Поэтому понял? Как кошечка говорит? Да. Когда ты зовешь кошечку? Ты как зовешь кошечку? Кошечка. Сука, кись-кись-кись ты ее зовешь, блядь! А, кисть. Челок уважаешь? Тогда тебе на OP Dota 2.com куча различных игровых режимов. Раздача халявного бабла каждые 15 минут. На OP Dota 2.com мгновенные выплаты, а поддержка работает 24 часа 7 дней в неделю. OP Dota 2.com. Проверь свою удачу! Конечно, играть с Аликом в команде в эту игру, это пиздец. Алик, будешь её объяснять либо? Олег, ты еле разговариваешь. А чё, вы можете, кстати, ну, нормально играть? Получится у вас? Ну, невозможно. А, нет, я не так. Я имел в виду Семён Сандерх. Ну, давайте начнём. Изи, а что это? Это ты заебался. Да тише, блядь. Я настройки выставляю. Короче, компьютерная игра. Вот это вот. Компьютерная игра, есть игрок, еще такое. Так, всё. Я жму старт. Да, Дэнди. Все, блядь, тут в этой же игре точно нельзя прибивать, блядь, стало? Что такое, Дэнди? А как будем играть, если они, ну, не заткнутся? Все, хорошо. Вы можете заткнуться или а нет? Как нажать Рэдди? Я нажал. Вот нажал. А, подожди, я ж с Аликом в команде, блядь. Все, не говорите ничего, пожалуйста. Алик, готов? Окей. Я приготовился. Все, готовься. Короче, этим предметом оперируют, когда человека режут. Что это? Заткнись, Олег. Ты не знаешь? Скальпель. Что? Ну, скальпель. Короче, ты... Вот человек берет и идет вниз, как бы. Что он делает? Спускается. Да, вот маленькое слово, то же самое. Первые три буквы. Да, короче, где ты сидишь? Вот диван, это что такое? О, мебель. Короче, вот шлюха, ее работа, вот все, как это называется, типа, эта вся сфера? Обслуживание. Сфера, так называется. Проститут. Еще связано с извинением, понял? Первое название, ну, связано с извини, понял? Только по-другому. Извини, и вот это вот сфера. Не понимаешь, да? Нет, скипай. Извини, ой, блядь, я не скипну это слово, мне похуй, будешь до конца. Извини по-другому, как будет, извини по-другому. Прощение, прощение. Ну, а теперь это слово как с шлюхами связано. Прости прощения. Какой же ты идиот, ебать. Так он назвал в чате. А проституция, ты даже... Да. Отстал, иди. Когда ты сказал проституция, блядь, он очень... Да, он сказал. Да говори нормально, блядь. Я в эту игру, Олег. Я Украина. Украина рядом. Ну, я ужасно отгадываю. А, я загадываю? Когда кольцо даешь на палец, что ты просишь у девушки? Предложение. Руку. Есть год, а есть пониже. Месяц. Когда ты покурил сигарету, от нее остается... Дым? Нет, именно сигарета. Да. Когда ты кидаешь бумеранг, а он летит в другую сторону. Отражается, типа. Чё, блядь? Отражается бумеранг. Я, кстати, понял. Да. Человек, который идет по дороге. Путник? Нет, по дороге, просто по асфальту. Кстати, Олег она объясняет, кстати. По асфальту, переходит дорогу. Скажи, блядь. По-другому. А Семен даун, это пиздец. Я даун, пиздец. А я могу пропустить? Позор на весь стрим, позор на весь стрим. Заткнись, мы мешаем. Цитрусовый, на Моргенштерн. Апельсин, лимон. Моргенштерн. Хорош. Так он не сказал. Ананас, он же не сказал ананас. Он сказал ананас. Он сказал апельсин. Я сказал ананас, потом пересмотрел. Ладно, хорошо. Ананас, все. А, да, все, да пусть будет ананас, хорошо. Искать такое слово, когда он будет мне объяснять, блядь, я буду просто покидать спать. А, я буду? Да, ты объясняешь. Убираешься, засасывает. Что засасывает? Убираешь квартиру, и это засасывает пыль. Пылесос. Алкаш. Однокоренные нельзя, алкоголик. Ну, как эта болезнь называется? Пьяница, алкоголизм. Маска прав. Блять, я, наверное, не знаю слова. Я ебу, врач мозгоправ. Да я ебу, кто врач мозгоправ, блять. Альберт Эйнштейн, нахуй. Скипай слово. Я не знаю, скипай слово, блять. Это сидишь, пьешь кофе. Кофейня, блять. Ну, короче. Короче. Кушаешь, обедаешь. Столовая, блять. Комната, квартира, нахуй, я ебу, где стул. Кофейня, стол. Короче.
Кофейня, а короче. Бар, заведение, бар. Ну, бар. Ясно. Приносит детей. Аист. Картами делают. Смешать. Все, иди нахуй. А что с тобой вообще? Что это? Ты можешь психолог нормально объяснить или мозгоправ? Нормально объяснил, я сразу понял. Кофе, я не понимаю, я первый раз слышу, чтобы психолог это мозгоправ, блядь. Ладно, Олег. Пойдем. Девушка одевает, ну, чулки такие маленькие. Стринги. Ой. А что я делаю? Ну, певец выходит на сцену и... Поет. Ну, что он поет? Выступает. Что он поет, дурак? Песню. H2CO4 это что? Ну, что любая хуйня. Ну, что? CO3, CO2, что это вообще все? Это все вещества. Формула. Ну, как называются эти вещества? Ты можешь скипнуть. Жидкая такая. Нет, ты, сука, скажешь. Яблоко еще зеленое, оно какое? Водород. Зеленое яблоко? Что? Ну, какое? Не сладкое. Какое есть еще яблоко? Кислая. Кислота. Дочь короля. Принцесса. Наследница. Русский. Национальность. Славянин. Православный. Блять, русский. Страна какая? Долбоёб. Россия. Россиянин. В магазине. А, нахуй. А ты можешь, конечно... А, нет. Нет, это не другое. Не говорите однокоренные слова, это вот он... Блин, русский и россиянин. Не, блять, антоним, блять, ложь. Так, короче, я собираю это, еду на буткем. Что я собираю? Вещи. Ну, куда я кладу вещи? В сумку, в чемодан. Короче, на 9 мая, типа, что вот город устраивает, и там, типа, все такие, круто, типа, ходят. Нет, ну, по-другому, типа, такой больше, там, типа, шагают, понял, типа. Парад. Хардбас. Короче, смотри, вот у меня на руке, понял? Татуировка? Да нет, у меня с рук идут там пальцы, типа, ну откуда у меня пальцы идут? Откуда у меня пальцы идут? Это, ну, это часть тела, это часть тела, вот у меня. Я набил себе татуировку на чем? Нет, ну вот перебирай. Ну, давай, перебирай слова. Ну, типа... Запястье, предплечье. Еще, типа, понял, вот как, это кошечка это говорит. И вот название слова этого, понял? Как кошечка говорит? Да. Как ты зовешь кошечку? Ты как зовешь кошечку? Кошечка. Сука, кись-кись-кись ты её зовёшь, блядь. А, кисть. Ради. А что убрал у нас трение, блядь? А, я его скипнул? Блядь. Да. Идите нахуй. Жми, поехали нахуй. Ну, старт. А, на Пасху еда. Почему ты не можешь сказать, откуда у меня выходит ладонь? А, говоришь ты в наушниках во что? Микрофон. Ешь, от вампиров помогает. Кровь, чеснок. В сезоне есть. Сезон, а сезон состоит... Да. Выше глаз что находится? Лоб. Волосатая. Что? Ниже. Две. Кровь. Выше глаз. Вот когда ты воздух набираешь, ты что делаешь? Вдох. А наоборот? Выдох. ЕГЭ, ОГЭ. Экзамен. ЗНО. Российское образование. Нет, именно называется это как. Есть империя, есть еще что-то. Государство. Республика. По-другому. Федерация. Да. Когда ты не с той планеты прилетел, ты кто? Инопланетянин. А, блять, это не. Так нельзя, дружище. Ну все. А кстати, экзамен тоже минус, если что. Почему? Экзамен. Потому что ты сказал, что такое ЭГЭ, ОГЭ, а ЕГЭ, ну, смотрится как экзамен, значит, это минус, то же самое. Нахуя ты машнишь, блядь? В смысле? Потому что мы всем хуй возьмем. Нихуя, ты сказал ЕГЭ! Стоп, ты сказал ЕГЭ, Е это экзамен. Это не экзамен, да, блядь. Вы что, ебанутый? Это ты сказал слово, блядь. Я тебе еще уебу за это. Ты пришел, вы ведете, блядь, на 7 слов заколебало, ты сказал слово, блядь, Е. Расшифровка. Он пупу сказал. Пошли нахуй. Вы что, конченые, блядь? Так это буква, она расшифровывается. Я что теперь... Блядь, так нельзя, вы что, дауны. Ладно, пошли нахуй. А дай нам слово. Да все, похуй, Олег, давай, они дауны, лоски. Да, давай. Let's go. Что такое? Лего. Конструктор. Маленькая что? Маленькая деталь.
Деталька. Где я учился? В ПТУ, блядь. А необычная школа. Колледж. А, необычная школа. Специальная школа, блядь. Ей будет, это уже спортивная школа. Ну, когда это называется, это, блядь, хуйня. Я ебу, блядь, лицей. В снегу. Снег. Что? Что в снегу, блядь? Сосулька, нахуй. Еще. Снеговик, блядь. Говно, моча, блядь, на сале. Есть. Да беси нормально, блядь. Из чего сало? Жир. Слойки, блядь, жировые. Чей? Кто, блядь, кабан, нахуй, не знаю, свинья, блядь. В голове у тебя... Мозг. Развелась? Шизофрения, идея. Еще по-другому. Идея. Идеология, идеализм, блядь. Идеал. Ребят, еще чуть-чуть и на турнир. Ничего не знаю. Ладно, свиньи. Да ты дал, ты объясняешь, хуёво, я бы с Олегом 15 слов угадывал, блядь. Давай. Ну сейчас проверим, там не будет. Такой, я сдаюсь. Мы сдаемся. Мы не сдаемся. На день рождения пекут. Торт? Одеваешь на ноги летом. Носки? Мы сдаемся. Тапочки? Нет, обувь. Сандали? Ну нет, такой. Вьетнамки? Ну, обычный. Не кроссовки, тапки, шлепки. Да. Такой в небе летит, не самолет. Дирижабль? Не самолет. Вертолет? Да. Краски? Че, блядь? Ну, краски. Рыбки где плавают? Как в аквариум. А краски? Ну, краски. Аквариум? Ну, созвучно. Аквариум. Краски. Есть гуашь, а есть что, блядь, Олег, нахуй? А, акварель. А, хорошо. Да меня заебало это слушать. Просто. Дом горит. Акварель не засчитывается. Нет, мы не засчитываем шлепок, нет, акварель пусть. А шлепок, потому что это шлепок, а не шлепок, блядь. Я сказал шлепок. Тоже иди нахуй. Короче! Иди нахуй. Это надо окончание правильно. Ты сказал шлепок. Ладно, я буду вам мешать. Да мы тебе не мешали, иди нахуй, говори правильное окончание, блядь. У нас так 12. У нас еще 12:21. Иди нахуй, не мешай нам, блядь. Чё ты это должен нахуй? Так, делать? Короче, канализационная, типа, вот через эту хуйню отходы все, ага. Я, короче, этот, как его, марионеточник, я, типа, вот ниточками играю, что вот у меня, ниточками. Кукловод? Кукла? Ну, да. Угу. Лиги чемпионов. Чемпионат? Это Лиги чемпионов, последняя игра, две команды остались, где, что они играют? Финал? Лиги чемпионов. Короче, это какой-то... Блин, ну я не знаю никаких соборов, похуй на него. Смотри, короче, эта хуйня у тебя в комнате светит. Что это? Лампа. Шиза? Ты нанюхался, ты кайфуешь. Чё ты понюхал? Чё понюхал? Что ты понюхал, кайфуешь, блядь? Ты, короче, наделся такой, типа, супер охуенную штуку, ну, типа, пиджачок, типа, что-то я делал такой на выпускной, допустим. Смокинг. Нет, ну просто вот перебирай дефолтные. Ага. Советский? Союз. Ты пошел там молишься. Где ты молишься? Церковь. Есть... Ладно, похуй, это уже не успею. Почему ты не можешь просто сказать Софиевский собор? Да я не... Потому что забыл все соборы, блядь. Что, церковь мы угадали? Куда трогаете, нахуй? И клей мы угадали? Вы чего трогаете? Вы... Он не сказал клей. Он сказал клей. Сказал, чё, он сказал говорил. Клей. Он сказал клей. Он сказал клей. Ну нахуй вы это делаете, блядь? Это все, блядь, возможно, вы ебанутые люди, блядь. На голову, а зачем вы реально? А нахуй вы рынете? Отстал. Ты точно говорил клей? Блядь, почему... Да, он сказал клей. Почему даже давайте Алик не отмотаем. Руинит, блядь, а вы руините? Вы что, вообще дауны, блядь? Давайте отмотаем. Не верим. Покляни, что он говорил клей. Да, я не буду такой хуйней говорить, я же не ебанутый. Все, я пошел курить, Харри, последи за ними, чтобы они себе там очков не присунули. Ты ready? Старт? Течет? Вода. Нет, именно, ну, шилд барак. Так, что, я здесь. Он дал прошил барак, который нельзя бить. Давай, Али, поехали. Что там? Ready? Давай, я два слова буду уже нормально, поехали. В небе, когда дождь, что собирается? Облака, туча. Ой, короче, я скипнул случайно. Милиционер, звание высокое. Лейтенант, подполковник, прапорщик. Еще. Патруль, я не знаю, кто еще, блядь. Ну, подполковник, но...
по-другому. Полковник? Не-не-не. Русскую рулетку чем ты играешь? Волчок. Фишки. А, пистолет. Каким? Каким? Название пистолета? Да. Глок, Дигл, блядь. Ладно, на ферме ты по газону, по полю ездишь тупо таким. Трактор. Вот это ты где только что называл? Поле, сено, село, деревня. Но это неправильно. Револьвер и половник. Там половник был, а не полковник. Да-да, ну все, два слова нормально. Сказал, два слова нормально будет. Ради. Моя команда. Да иди нахуй. А почему ты реально не знаешь, чем играет русскую рулетку? Да я забыл. Да иди нахуй. Живет на... Ну ладно, бывает. Антарктида или где? Ну птица такая, черно-белая. Воу-воу-воу. Собака? У кастрюли сверху. Ручка? Ну, накрываешь. Острый. Нос. Сериал. Острый козырек, козырек. Русский. Илья Муромец. Богатырь. Мороженое белое обычное. Пломбир. Там завариваешь его с фруктов. Чай? Нет. Ну, такой напиток холодный. Компот, морс. Холодный. Где уголь добывают? Шахта. Вот это на удочке, вот это проволока, как называется? Сачок, леска. Вытираешь там стол ей. Тряпка. Тим Лавинс, боже, какие же вы гении. Так, минус кран, минус кто? Все. Крышка, блядь. В смысле крышка, блядь? Крышки не было. Пингвин была. Была крышка. И пингвин был. Че вы делали? Все, я лучше коднеймс, или вы не хотите? Горе, только шафл. Давайте одну шафлом и потом куда-нибудь спадем. Я... Хорошо, только я с Аликом не буду. Я не буду. Давай, Люх, ты с Аликом, а я с Севером. Не, я с Севером тогда, я с Севером. Ой, а что я нажал? Что ты нажал? Сейчас. Да, блядь. О! А, нет. Так. Да, ты отстала? Ты можешь просто резь сделать? Подожди, короче, я тебя кикнул, Алик, зайди заново. Ну, я не могу зайти. Мысль, ты уверен? Да. Нажми на шестеренке что-то. А, там нет такого. Я просто заново по ссылке захожу. А давайте нормал, изи слишком легкий. Нет, там нормал вообще пиздец, я тебе говорю. Ладно, я пересоздаю, в прямом там полный пиздец. Давайте цен тогда. Я тебе говорю, там невозможно играть. Цен можно. Ты уверен? Да, я уверен. Ну, невозможно относительно чего? Твоего ума? Нет, мы играли с людьми, там играли я и недауны. И мы там, ну, если одно слово отгадаешь, это уже повезло. Я и недауны. А го реально нормал. Нет, там невозможно. А где ты здесь даунов нашел? Представьте, заходим на нормал и там Алик. Школа. Поняли. Школа. Процесс образования микробов. Ой, я забыл. Стойте, ой, я хуево создал андер-МК, сори. Я настройки не поставил. Что такое, Дэнди? О, я получил приз, вы не... Андер-МК. Все, я пересоздал быстренько. Электронная... Это ZX322... Ой. Я спалил комнату. И какая же у тебя комната? Дэнди? Красивая? Сожженная. Так, у нас команда Калик и Войт. Калик, Хрона и Войт. Синергия присутствует. Хроныч идиот. Так. Возможно. Так, все, не мешайте, блядь, поехали. Короче, ты решаешь... Уравнение? Нет, короче, ты решаешь, типа, вот есть, типа, разные у этого числа, понял? Вот, Значение? Вот, x в такой-то вот... Понял? Угу. Так, ты, короче, нельзя. ты чай вот заварил, типа, и он такой, типа, он хоть стал, вот, именно, вода. Горячая. Сразу пьет. Вот меня. Только, вот, да, вот по-другому. Вот ты сказал горячая, только по-другому.
Чел, короче, который сидит там, вот это вот в компах, понял, айтишник, кто он? Программист. Ищи меня на Луне, исполнитель. Типа там вот этот. Фараон. Короче, так, таксист, по-другому, понял? Он просто, ну вот, он на машине. Угу. Ой, блядь. Короче, такая программа была. А, есть такой на Ютубе, понял, хуйня, типа, вопросы тебе задаются, типа, ты смотришь такой. Такая, такая вот иллюстрация, как бы, как бы. Не знаю. Интерактив? Ладно, я не знаю, похуй, я хуй его объяснил. Какой нахуй куб? А, я понял. Ладно, я хуй его объяснил. Можно было полегче объяснить. Математика в... когда 7 класса, что начинается вместо математики? Там, где... Не геометрия. Алгебра, геометрия. Алгебра. Почему у меня не нужен Next? Охуенно. Короче, когда ты к девушке подкатываешь, что ты делаешь? Флирт. У повара. На груди. Одевает он. Я забыл, как это слово. На фэ. Да, я забыл, как слово. Фартук. Нельзя так, ебанат. Значит, на фэ. Значит, в стратегии ты кто? Стратег, капитан, командир, полководец. Еще. Ну, что ты выбираешь? Ладно. Расу. Собака женского пола. Сучка. Есть победы такой. Улица Победы. День Победы. Улица. А улица, но не... Ну, это как улица, но не улица. Победа. Чё, блять, я не проспект, понимаю. Проспект Победы. Короче, так, послушайте, а сказал, послушайте правила. Мы вам зачитаем сука, но сука и сучка это разные вещи. Так, тактика не была, и говорит на фартук точно берусь. Нельзя говорить на фэ. Так вы так же делали. Кто так же делал? Мы не считали. И что? Игре, он сказал подполковник, это было слово половник, блять, и нам его убрали. Нельзя говорить, что нет. Я помню, что ты говорил. Ну, на. Короче, мы не знали, что так нельзя. Все, а, то есть, по-твоему, ты думал, что можно каждую букву, да, говорить себе первую или что? Это ж пиздец тупо. Ну все, релакси. Так проспект Победы, это у вас же в России или нет? Перед зимой, что? Лето, осень, весна. А это у нас в Киеве. Что? Я не слышу из этих даунов. Птица говорящая. Попугай. Шашлык нанизывает на него. Шампур. Грецкий орех. Дрель, трактор, пила, лимон. А, и стреляет автомат. Хорошая. Вот ты проснулся, у тебя хорошая. Зеленая, красная едят. Яблоко. Контр. В? Вставить? Нет. Блять. А контр-террорист? Да. Падает такая маленькая зимой. Да, снежинка? Угу. Жена. Теща. Мать принцессы. Королева? Десять, не хватит, но надо догонять. Нажимай, Олежка. Закрой рот по-другому у собаки, у животных. Пасть. Когда ты умер, тебя отправляют в небо. В больнице, короче, такое отделение есть. Морг? Да. Тяжело. Не с той планеты прилетел. Инопланетянин? А, блядь. Когда ты ведешь с кем-то... Вот, у тебя с Тесла диалог, вот что вы делаете? Ртом. Говорите. По-другому. Разговаривайте. Разговор. Другое слово. Скипай. А, общение. Мозг, мозг только по-другому. Мозги? Мозг по-другому. Синоним слова мозг. Еще поговорка есть. Много не надо. Много интеллекта, ума. Ума. Где память историческая, ты ходишь туда и просвещаешься. Памятник, музей. Так, минус музей, минус общение, минус инопланетянин. И минус Лавида. Ну, нормально. Семен, готов? Да. Короче, чел главный на корабле у пиратов. Кто он? Легкое слово. Вот в команде против Пупи, кто он? Да. У меня, короче, понял, я хожу в качалку, понял? У меня что растут? Мышцы. А одна? Мышца. Короче, такая еда, понял, типа, ее как завтраки подают с яичницей, понял? Такая вот как бы колбаса. Ее жарят еще.
Понял? Сосиска. Нет. Последние три буквы это типа такая лошадь по-другому. Лошадь? Лошадь по-другому. Ну, типа, есть лошадь, есть? Да. Есть типа богатая, есть? Бедная. Бедная. Да, вот, да, ага. Короче, папич говорит, иди, выкидывает челов куда? Чё, блядь? Папич говорит, типа, ну ты, понял? Нет? Что нахуй? Ты полная, говорит он, ты полная, мусорка по-другому, блядь. Помойка. Чести. Блядь, а как ты через папич? Чести, чести. Ради? Давай, давай. Так, взрываешь. Косяк. Поджигаешь, оно такое... Петель. Нет, оно взрывается. Такое ты поджигаешь, оно... Динамит. Да. Село только по-другому. Деревня. В детском садике. Воспитатель? Ага. Славянин. Славянин кто он? Русский, россиянин. Религия. Православный. Еще. Язычник. Ну, ты кто? Атеист? Верующий, неверующий, православный. Ну, православие. Религия какая? Религия, еще. Православие. Христианство. Хорош. Потом Академия. Фильм еще был такой. Академия. Полицейская, полиция. По-другому, ага. В музее что? Там музыка, вот это все. Фанат. Музыка, художник, что это? Это история отечества. Искусство. Ну, бывает. Так, искусство... А почему ты только думал над христианина? Остальное было, да? Да, забыл слово. Да. Мы сдаемся. Отбрасываешь... Ну, солнце на тебя светит, и ты отбрасываешь... Взгляд? Нет, сзади тебя черная. На... Тень. Усейн Болт, кто он? Бегун. А как... Пизду. Там электро... Чайник. Нет, атомная, электро... Станция. Нет, ну вообще все это. Ну, физика? Дождя маленькая такая. Да капля. Сестра таланта. Краткость. Стул и... Стол. Рыба такая, зубастая. Зубр? Рыба-меч. Нет. Пиранья. Нет. На корабле комната. Палуба. Блять. Так, энергии не было. И факта не было, да. И факт. А, сейчас открыл. Сука, зубр. Сортую. Морг, я сказал, где? Больница? Да. Три произведения. Три пистолета, только в древности по-другому. Три произведения. Мушкетера. Да. Блять. Магазин очень маленький, ларек только по-другому, где газеты продают. Я не знаю. Военком тебе прислал? Повестку. Виски? Нет, пираты пили что? Ром. Ага. Блюдо из рыбы. Готовят в походе, как я понял. Не знаю. Скипи. Ну, часть орган на голове, только по-другому слово. Хвост. Ты... Просто суп из рыбы. Ну, а я сказал, блюдо из рыбы. Так. Вот ты заказал доставку, и тебе готовится не еда, а по-другому. Да. Магия. Почему ты говоришь блюдо из рыбы? Блюдо из рыбы есть миллион. Ну, скажи суп из рыбы. Я сказал блюдо из рыбы, как он сказал. Он сказал же, типа суп какой-то. Он сказал он не сказал суп, он сказал блюдо из рыбы. Заказ был? А? Да. Заказ был. Просто сказал суп из рыбы. Все, готов? Да. Поехали. Короче, сложнейшая, вот понял, чел заболел, он в куме валяется. Ему проводят сложнейшую. Операция. Скину тебе деньги на? Лечение. Короче, вот ты что-то смотришь заново, так нажимаешь кнопку чего, чтобы смотреть заново? Воспроизведение? Нет, ну просто вот ты, вот что-то повторяется два раза, что это? Ну, неправильно, нельзя. Короче, смотри, вот у меня есть отец, и у него есть отец, кто он для меня? Дед. А еще дальше? Дедушка.
Нет, 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 ты сказал детство. Ага. Короче, есть королева, есть? Да, да, да. Король, так-так нельзя. Окей, похуй. Короче, ебать, это такая хуйня вроде бы, ты понял? Типа, когда ты огурцы вот эти вот соленые захуячил, и это вот их хуйня такая, которая жидкость, что это? Что? Рассол, рассол. Там животные в городе. Почему нельзя рассол? Почему рассол нельзя? Корень сол. Сол, да. Соль. Ну чё ты? Ты охуел, блядь, за рассол снимать, блядь? Ну корень сол. Мысли, да. Ты чё? На корень сол. Сол нельзя, так коренные, корень сол. Пишу рассол корень. Раз приставка, нулевое окончание, рассол. Сол, корень. Ладно, хорошо, ребят. Вы хорошо. Каждую букву. Так, рассол, король, так. Подожди, а почему повторение? Я сказал, а почему повторение минус? Ты сказал повторение. Ты, да, ты сказал, смотришь повтор, ну, повторяется воспроизведение. Да, хорошо, хорошо, понял. Давайте удачи раунда. В Италии кто? Ну, в Италии кто живут? Живут кто в Италии живут? Итальянцы? В ресторане к тебе подают, чтобы ты вытирал свое лицо? Тряпка, полотенце. Чем ты вытираешь лицо в ресторане? Я в полотенце. В ресторане что ты вытираешь? Атлетка. Так, я это не буду даже. Есть козел, а есть? Баран? Женского рода. Ага, козел, коза. Ебашим, ебашим, засчитаем. Короче, когда ты поешь. Еще, блядь, когда поешь, открываешь, что это? Губошлёк? Ну нахуй, нам же сейчас столько минусов ставить, ебанат. Вот два слова должно быть. Агоспап? Агоспап? Аго реально спап? Мы не так. Тихо, он их не зовут, вы сказали или нет? Ему в ресторане полотенце приносят, чтобы он вытирал. Салфетка, ну нормально. Ты же не лицо вытираешь. А что, давай, Сима, жми. Ну, я же сказал в ресторане. Почтовый? Ящик. Нет, число. Почтовый день? Ну, число для... Ну, и письма там. Ах, блядь, ебать, отдал. Шпалы и... Рельсы. И шпага. Девочки носят для груди. Бюстгальтер, лифчик. Попроще. Такой ползает, сука. Еще выживет после ядерной войны. Муравей-паук, муравей, насекомое. Нет, ну такое, в параш там везде. А, сороконожка? Ну нет, ну такой черный, блядь. Блядь, кто есть паук, блядь? А, сука. Такой вот, знаешь, аристократы чай пьют, и у них там еще есть такая чашка стоит на чем? На, блядь, поднос. Поднос. У поэтов там была... Муза. Я сказал муза, нахуй. Да все плюс, вы все равно... Не, муза... Муза, лифчик и рельс я угадал, все остальное минус. Все, три нормально. О, ебать, ну кафе. Давай, сейчас просто 10 подряд. А почему? Помнишь, Саня говорил про дверь в... В доме, в унитазе, в туалете. Нет, на улице, на природе огромное ущелье, по-другому. А, пещера? Ага, восстание. Красная, в Москве есть красная. Площадь, армия. Ага. Тарелка это что? Тарелка, ложки и так далее. Приборы. По-другому? Присосомление или как-то? Посуда. Короче, сама... Блять. Тот, кто много лжет. Врун. Угу. Муж, только жена. Жена. По-другому. Ну, в браке, да. Пришла, ладно, с башкой, что? Ну, мем такой. Беда. Баскетбол, хоккей, но есть еще самый известный. Футбол. Ага. Все. Ага! Так, кто там? Минус самогон и посуда. Да. Блять. Так, а чё, блять, да сука. Так, все, да? Вот так вот. Да. Как ладно, Симон, выебем их. А до скольки вообще мы играем? До 40.
Угу. А они так, полисы поставили? Так, падлу. Так, короче, смотри, я с ружьем в лесу, типа, что делаю на зверей? Охота. Угу. Я, короче, понял, пловец, это мой финальный, вот, что? Заплыв. Меня укусил в руку, у меня пошла кровь и чешется. Комар. Я вот, смотри, я вот снимаю квартиру, типа, вот эта квартира стояла на... Понял? Когда квартира вот сдается, типа, вот в чем она стоит? Понимаешь, да? Ладно, похуй. Бля, это такое? Просто было. Да, короче, эта хуйня, вот понял, в подъезде, вот мы сейчас, я когда называл насекомых, понял, вот это вот насекомое в подъезде плетет вот эту вот хуйню и ползает по ней. Чё? Плетет, что вот, плетет такую хуйню. Паук? Да, что он плетет? Паутину. Живи, учись. Век. Я вставил эту хуйню, такую штуку, и началось воспроизведение такое, бля, там нахуй поймешь, забей. А давай тебе смычание вот это. Не, нихуя, кричать точно можно. В смысле, блядь. Почему? А чё ещё, кроме пловца? В смысле, потому что, блядь. В смысле, ты чё, ёбнутый? Минус, так, век, ров, ну, пловец и плыв, это разное. Нет, нет. Ну а какой там корень? Что, пловец это одно и то же. Ты ебанутый, кому же пловец запускает что-то же самое? То же самое, что россиянин и русский. Это да, да, один корень, дружище, выучи русский язык. А какой корень? Скажи, какой корень? Я пишу, я гуглю. В любом случае, вы нам должны слова, потому что вы... Плы корень, алло, блядь. Корень плы, ну. А там пловец, где вы там плы нашли, блядь? В смысле, плыв и плав, просто меняется буква. Да. Один корень, только меняется буква. Плы и пло. Так, закройте ее. Ты ебанутый? Где плы и пло одинаково, блядь? Мне поставили плюсы под конец. Перед вы чё, в школе не учились? Плы и пло — это один корень. Ты больной? Ты что, больной, блядь? Как это один корень, если буквы разные? Один корень. Илюх, ну просто один корень. Не, пока мне не будет доказательства, да? Просто в школу не ходил. Сортуйте, мне похуй. Да ты сам ебанат с пятого класса. Чередование слов. Чередование слов. Что у них? Чередование слов получается. Ну, в итоге. Деревня по-другому, заткнись. Деревня по-другому. Деревня, село. Ага. Когда ты с девушкой такой, что от тебя исходит? Флирт, от тебя... Обаяние? Еще по-другому. Больше не могу. Так, сегодня мы играли игру какую? Алис, ну, Warcraft. Это какая была кастомка наша, вот, по счету? Survival? Чё, блин? Ладно, 50-летие, ладно. А, 50-летие? Отвечают, как это называется? Юбилей. Машина, автобус, что это? Транспорт. Ты кто? Человек. Ну, религия твоя какая? Христианин. Блять. Православие. Ты твоя, именно твоя. Атеизм. Православие. Катаешься, ладно. На машине. Не, бро, так не угадать юбилей сразу же, это вообще пиздец. Давайте, ребят. Вот нахуй вы это делаете, конченые, блядь. Говоришь, что... Все, остановка. Ну, транспорт там и ездят люди на нем. Ну, я трамвай. Ну, я понял, это... Самый обычный просто. Ну. Самый обычный транспорт — это автобус. Ну ты ебаный. Идиот. Теплый ветер дует такой. О, я, наверное, не скажу. Не знаю. Украина. Здесь было сектор... Приз. Ага, а по-другому первая буква другая. А, бриз. А нахуя ты тогда не защитил? Ты в машину суешь вещи, это что? Это не защитил. Это что, собираешься? Чтобы помылись. Ну, стирка. Вышел на улицу, чтобы, так сказать... Продышаться. Ну, и ты ходишь, это что? Ну, гулять, гуляние. Ну, существительное, скажи. Гуляние. Я не знаю, гулять нахуй, гуляться нахуй. Мы проебали дауном. Так, что там бриз? Ты даун, бриз — это плюс, ты вообще больной. Так можно объяснять через приз и другую букву? Это то же самое, что сказать, первая буква, другая. Это не то же самое абсолютно. Ты говоришь, называешь прям букву, ты идиот. Это он сказал, первая буква, другая. Мы и так выиграем. И что? Так можно делать? Нельзя говорить первую букву, но можно так делать. Стул только по-другому. Табуретка. Да.
Что, да, минус. А, минус. Это одно и то же. Когда мама с папой что делают? Ругаются. Ну, хуже, хуже, когда все, они порвали отношения. Дерутся. А, разводятся, развод. У очков есть... Линзы. Еще. Бля, я не помню. Давай. Короче, есть лево, а есть... Право. Ага. Ну, очко. Очко. Право. В общем, когда ты предложение дописал, ты поставил... Точку. А множественное число? Точки. Ага. После августа идет что? Сентябрь. Ага. Винегрет. Что это? Салат. Ага. Блять. Ага. Не, больше, блядь. Блядь, ага, блядь. Очко. Да пусть они будут, а блядь, я даже не слово скажу, пусть сидят, кайфуют. Короче, у меня, я святой, у меня над головой. Нимб. Короче, я держу такую хуйню, я тебя сейчас застрелю с этого. Только, типа, понял, такое ржачное название, такое, типа, понял, быдляцкое немного, с 90-х. Ствол. Ебать, хорош. Короче, вот то, что Олег играл, игра 11 на 11, я типа вот участник в нее, кто я? Спортивная игра 11 на 11, там ворота, ага. Ебать, я просто нахуй, у меня жопа, понял? Просто несите мне эту хуйню, несите мне эту хуйню, я буду ей тушить себе жопу. А, блядь, я нахуй сказал. Короче, смотри, короче, есть смерть, а есть? Жизнь. Я такой пернатый, понял, что говорит, Мэтт, ну ты... Петух? Да, понял, есть еще такая марка, парка есть такая, понял, популярная, американская, понял? Не. Ладно, похуй. Короче, у меня в руке топор, и я, короче, в лесу эту хуйню, кто я? Дровосек. Было. Было. Не было, конечно. Что, не было? Я уйму тебя, вот, пересматривать вместе, все. Футболисты засчитайте, уёбки. Ну все, вот так вот, все правильно. У тебя болит, когда ты поешь? Много. Ага. Насекомое выделяет? Желчь. Еще. Слюну. Ну. Слизь. Да. Хусейн Болт, кто это? Бегун. А что он делает? Бежит. Ой, ну, компьютер, вот это все. Что это? Компьютер, принтер. Технологии. Ну, просто как проще. Проще. Next. Да, типа, ты вообще когда ты заканчиваешь школу, ты что ты получаешь? Грамоту, диплом. Школа. Поебал. Диплом. Школа. Аттестат. От мандарина. Апельсина. Кожура. Шкур. Что тебе в постель завтрак? На чем тебе приносят? На подносе. Поднос. Когда ты один. Одинок. Hello. Это ладно, это скип. У краба раков. Рак, клешни. Да, он сказал. Не было. Считай. Пусть было, хорошо, пусть было. Было, молодцы. Круто, да. Сожрали. Почти выиграли, на самом деле, ребят. Да, немного не хватило. Ну, немного реально не хватило. Три ПТС. Что, еще одну хотите? Я бы сыграл. На голфку? Да. Или вам больше это нравится? Нет, это будет.